OMTV.ua, про найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Я лейтенант Подобаев Константин Юрьевич, командир 3-го взвода 1-й роты, войсковой части 69-368. Обращаюсь к Комитету солдатских матерей России с просьбой о помощи. Мы, мобилизованные, с разных городов Московской области, приехали в город Серпухов, не проходя там никакую подготовку, просто находились там буквально по одному магазину на полигоне мы выпустили, и дальше нас отправили на Украину. В город Скадовск, в котором 10 месяцев мы просто копали, пилили, строили, таскали, занимались всякой рабочкой, вместо того, чтобы готовиться. Никакой боевой, тактической и медицинской подготовки вообще не было. После этого нас кинули на передний край обороны. Вот уже 2 недели мы находимся там, на линии соприкосновения с противником. Ну, да что противные, вот как бы это сказать? Ну ладно. Но это переходит всякие границы. Лично начальник разведки группировки Днепр, генерал-майор с позывным Альтиус, приезжал к нам для того, чтобы поставить нам эту задачу. Ему объяснили, что никакой подготовки у бойцов нет, что мы не можем идти по причине неоснащенности, неподготовки. В итоге нас отправляют туда без нужной подготовки, без поддержки с воздуха, без поддержки артиллерии, с отсутствием тяжелого вооружения. Мы себя как-то уважаем или нет? Или мы будем глотать все, что нам, так сказать... Ну что, нам стены вокруг страны возвести, что ли? Я еще молчу о том, что где мы располагаемся, нет никакой логистики. Нету подвоза боеприпасов, нет подвоза медикаментов, нет подвоза питания. Плевать мы хотели на вашу озабоченность. Мы несем большие потери. Уже почти 40% личного состава потеряно. Моральный дух бойцов уже ниже плинтуса. Вот здесь вот ребята стоят, это мой взвод, все, кто остались. Наши ребята там разят гадину это фашистскую. Это правильно. Это триумф русского оружия, это триумф правильно. Русской армии, это возрождение правильно. России. Прошу вашей помощи. После того, как у нас стали отбирать мобильные телефоны, для того, чтобы мы не могли выйти в сети и записать обращение, мне уже все равно. Мне уже все равно. Я готов уже идти на это и прошу вас помощи, чтобы ваши родные мужья, братья, сыновья вернулись домой живыми и здоровыми. Чтобы мои ребята тоже вернулись домой. Это у нас хорошо получается. Похоронить ребят, которые выполняли свой долг. Они пытаются бить сегодня по нашим базам, по скоплению войск в тылу. И наносили удары, в том числе и хаммерсами. Причем наши посчитали, он уже не на 70 километров летает, а на 145. Видимо, что-то поставили другое. Но здесь тоже надо понимать, три. Им поставят они все. Они будут все равно поставлять. А им поставят все. Это будет бач на 200, на 300 поставят. Самолеты и абрамсы в свое время придут. Все, и им все дадут туда все. Придут. Кремлевским параноикам подкрался конец. Незаметно. Российские спецслужбы используют массированные дезинформационные кампании для манипулирования общественным мнением как внутри России, так и за ее пределами. На текущем этапе наметились признаки поиска Кремлем приемлемого для него выхода из спецобосрации. Можно назвать это попыткой сохранить лицо путинскому режиму и показать его мудрость и милосердие по отношению к своему же народу. Но также вполне возможны и совсем иные трактования потуг лоббистов сворачивания масштабного кровопролития, загоняющего Москву в тупик всеобъемлющей безысходности. Не движемся, мы уже приехали на станцию под названием «Конфронтация». Нас никто не любит, и любить особо нас не собирается, и нам это не нужно. Но кто-то же все-таки любит. Кто-то любит, и это, наверное, не меньшая часть мира. Жизнь сильно переоценена. Зачем бояться того, что неизбежно? Нет, они не боятся, более, поэтому они там и находятся. Мы же в рай попадем. То есть поэтому смерть – это окончание одного земного пути и начало другого. Но бояться этого... Вот когда мы 30 лет жили, не глядя в будущее, вот сегодняшним днем, вот упирались в нашу экономику там как, а сейчас у нас появилась мечта. У нас появилась, вот на самом деле мы знаем, зачем мы живем, и это дольше, чем вот мы, да? Какой мир мы будем строить дальше? Нематериальная мечта, да, это не материальная мечта. Абсолютно, нет, это не материальная мечта. Это высокая цель, которая... Как говорят классики, жить стоит только ради того, ради чего ты можешь умереть. Совершенно верно, да.
Ну, это да, так да. и должно быть. Мне кажется, ведь только у нашего народа могла родиться известная поговорка «На миру и смерть красна». Как это так? Смерть – это что такое? Это ужас? Нет. Оказывается, на миру и смерть красна. Что такое на миру? Это значит смерть за други своя, за свой народ, говоря современным языком, за отечество. Вот в этом и есть глубокие корни нашего патриотизма. Поэтому смерть – это окончание одного земного пути и начало другого. Были и такие, и ты с ним общаешься, получается, и он такое ощущение, что не он у нас в плену, а мы у него в плену. Даже такое вот, он дерзкое получается, он не чувствует ни боли, ничего. Это да, это присутствует, и это присутствует по всему фронту. Если будет поставки таких вооружений, которые достают до нашей территории, теперь они говорят, они не будут, мы им поставим, но они не будут. Да, они не будут. Не смешите меня. Они уже? Это мы с ними живем много лет, да, а не вы. Нам виднее, чего там будет. Но мы будем вынуждены ответить, потому что и наш народ не поймет, да, и руководитель наш, начальник, да, Путин Владимир Владимирович, не такой человек, который просто все это стерпит. То, что вообще происходит на линии соприкосновения в Донбассе, военные корреспонденты, да, в общем-то, все говорят о том, что основной костяк составляют бойцов, составляют русскоязычные, жители русскоязычных регионов Украины. 8 лет все эти люди лгали своим зрителям, что в Украине живут какие-то угнетенные граждане, которых страшно притесняет киевский режим и которых нужно срочно спасать и освобождать. И вот теперь выясняется, что украинцы вовсе не хотят, чтобы к ним вламывались и их от чего-то спасали. И не только не хотят, но еще и готовы защищать свою страну и давать россиянам отпор. Тот простой факт, что в Украине вообще-то живут украинцы, которые хотят жить независимо, которым дорога их страна, дорога их государственность, российским экспертам просто недосягаемо. Да? Они не могут осознать такую простую мысль, что оказывается в соседних с Россией государствах живут другие народы, которые тоже имеют право на свою государственность. И поскольку они не могут этого понять, они продолжают ломать голову. Что же делать? Что же происходит? Почему украинцы сопротивляются? И, конечно же, приходят к выводу, что это происходит только потому, что в Украине все фашисты. Обнаруживается очень интересный парадокс. С 1991 года там практически безальтернативно устанавливалась вот эта идеология, которая не просто отрицала связи России и Украины, но объявляла Украину, то есть вечно противостоящей России. Оказывается, фашизм в Украине начался даже не в 2014, а в 1991. И Кучма, и Янукович, оказывается, были националистами и русофобами. Так мы узнаем, что по версии россиян Украину придумал Ленин, а русофобской ее сделал Янукович. И когда мы сегодня видим на фронте людей нашего языка, нашей культуры, которую воюют против нас, в этом и проблема. На самом деле здесь нет никакой загадки и никакой проблемы. То, что творят сейчас россияне в Украине, ни один нормальный человек не способен поддержать в принципе, независимо от того, кто он по национальности и на каком языке он говорит. Потому что ни один нормальный человек не будет поддерживать разрушение своих городов и удары по своему собственному дому. Но такой простой вывод для российских экспертов просто непостижим. Они продолжают удивляться, да как же так, почему же украинцам не нравится, что Россия пытается их захватить, и приходят к выводу, что нужно нас всех тут переделать и промыть нам мозги. Надо понимать, что это не устраняется одномоментно. И это придется каким-то образом переламывать. Поэтому, когда сегодня вот говорят, давайте быстрее, давайте скорее, надо понимать вот какую вещь. Даже достижение военного успеха на той или иной территории еще не является окончательным решением задачи. То есть они хотят не просто захватить Украину, а заставить украинцев перестать быть украинцами, а всю нашу новейшую историю обнулить вообще. Задача денацификации Украины – это задача обнуления 30-летней ее последней истории, абсолютно чуждой нам и враждебной. У нас одна идеология – русский мир –